жители Калмыкии, я приветствую сегодня такое тяжелое время для нас, для всех. Почему? Потому что уже идет вторая неделя, значит, карантина, и, естественно, конечно, все уже подустали. Я сегодня хотел бы сказать о том, что действительно впервые проявилась, наверное, вот сплоченность, дружба, социальная ответственность многих наших жителей. Особенно хотелось бы сказать о предпринимателях, о тех, которые ведут свой бизнес в непростых условиях. Но тем не менее, выразили свои отношения вот к той ситуации, которая сложилась у нас в республике, и решили помочь остро нуждающимся людям, многодетным и тем нашим соплеменникам, которые не в состоянии, значит, на сегодняшний день выйти из квартиры, которые есть и лежачие больные. Вот. Но калмыцкое отделение Коммунистической партии Российской Федерации о своих ветеранах, о союзниках, о тех людях, которые вместе с нами работают, значит, ведут работу. Мы всегда помогаем. Мы всегда делаем продуктовые наборы и на Цагансар, а в октябре месяце, когда идет, отмечает День пожилых людей, делать продуктовые наборы. И, естественно, конечно, в тех условиях сегодня, когда очень сложно, почему? Потому что многие из них являются уже довольно-таки пожилыми, возраст довольно-таки, значит, скажем так, много уже лет. И хотели бы им помочь. И сегодня мы составили продуктовые наборы, более 200 продуктовых наборов. Это не только в городе Листа, но, естественно, конечно, это будет развозиться и по всем 13 районам Республики Калмыкия.